что ж, дорогие друзья, вот так вот резко мы переместились с травы на прекрасный песок. Сегодня у нас пройдет финал Кубка СФЛ СПП по пляжному футболу. Будет много всего интересного, как всегда, так что обязательно смотрите. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Студенческая футбольная лига Санкт-Петербурга приветствует вас на финале заключительной Кубка СФЛ СПП по пляжному футболу 2024. Да иду я, погоди. Этот кубок является поистине самым жарким турниром студенческой лиги. Собрались! Два, три, Владимир Кульпо. Счет матча 3-1 в пользу команды «Волна». За бронзовые медали Кубка по пляжному футболу студенческой футбольной лиги. И, собственно, команда из Латинки начинает с центра поля. Это Владимир Кульпо пробил, главный бомбардир желтой машины и главный бомбардир Кубка по пляжному футболу. Рома! Не заводи! Матч за третье место завершен. Поздравляем обладателей бронзовых наград, команду «Волна». Ждем вас на награждение, которое состоится по окончании финального матча. Как тебе матч? Все супер. Ну что, друзья, встречаем главных действующих лиц этого дня. Команды «Джога Бонита» и «Кронверские Барсы». Жога! Бонита! Давай. 3, 4. Собрались! Мяч ворота команды «Кронверские Барсы» забил игрок под номером 25 Сергей Белич. Счет матча 1-0 в пользу команды «Джога Бонита». Забивает ворота команды «Кронверский Барс». Игрок под номером 25 Сергей Белич. Счет матча 5-0 в пользу команды «Джога Бонита». Мяч ворота команды «Джога Бонита» забивает игрок под номером 4 Ярослав Горчаков. Чемпионом Кубка по пляжному футболу 2024 становится команда «Джога Бонита». Итак, лучшим ассистентом становится представитель команды «Кронверский Барсы» Александр Петров. Лучшим бомбардиром становится представитель команды «Волна» Владимир Кульпо. Лучший вратарь Иван Фалалеев, Джога Бонита. Игроком турнира становится Ярослав Горчаков из команды «Кронверские Барсы». Переходим к награждению команд-призеров. Итак, третье место награждается команда «Волна».
Кстати, да, это первая бронза в СПЛ в этом сезоне. Надеюсь, последняя вообще. Мы в балла финал вышли, что там первое место. Делали. Так, ну-ка, лялечку мне вот эту вот маленькую. Серебряными призерами Кубка по пляжному футболу становится команда «Кронверские барсы». Олеж, ты там что, медальку считаешь? Итак, команда Джота Бонита становится чемпионом нашего Кубка по пляжному футболу.